Привет, друзья! Сегодня мы проведем научный эксперимент. В стране война, разруха, проблемы с электричеством, проблемы с освещением. И многие себе колхозят светильники из светодиодов. А зачем колхозить, когда все уже давно придумали до нас? Значит, есть вот такие светодиодные светильники. Когда-то на моем канале были обзоры вот этих вот светильничков. Светильники одноваттные. Это вставляем в USB. Можно любой стороной. Контакты, как вы видите, с двух сторон. А включается касанием вот здесь сенсорное. Значит, сейчас мы возьмем вот этот повербанк. Вот этот вот аккумуляторчик. Где здесь, что здесь? По-моему, вот так. Так, здесь у нас индикация. Сейчас мы посмотрим. Раз, два, три, четыре. И еще раз. 4,1 вольта. Аккумулятор заряжен. Так, берем вот такой фонаричек. Ставлю его вот здесь вот. Давайте этой стороной, чтобы не слепило в глаза. Нажимаем, короткое нажатие. И вот оно включило. Потихонечку набирает обороты. Сейчас максимум. Касание потихоньку и отключается. Максимальное. И сейчас мы сделаем минимальное. Нужно вовремя убрать палец. Вот так, видите? И вот оно светит еле-еле. И сейчас мы замеряем ток. А оно отключилось. А почему? А потому что очень малая нагрузка, очень мало потребляет. А повер рассчитан на зарядку телефона или чего-либо. Давайте возьмем что-нибудь более серьезное. Возьмем вот этот вот. Вот этот повербанк. Так. Тестерчик. Давайте вот этот вот. Мы его сюда чик. И вот оно заработало. Я думаю, не отключится. Так, максимальное освещение. Напряжение 5,2. Ток 260 миллиампер. 260. Так, сейчас мы сделаем меньше. Прикладем палец. И вовремя оторвать. Сколько? 20. Чего-то она скачет. 14. 40, 20. Ну, давайте по среднему 30. 30 миллиампер. Может быть такое? Конечно же может. А ну давайте еще разочек. Немножко больше. А скачет, потому что не успевает. Вот я смотрю через экран камеры, и оно моргает. Ток пульсирующий. И свет пульсирующий. Поэтому тестер не успевает. А ну давайте еще вот так вот сделаем. Совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Но здесь ничего. 14 миллиампер. А можно еще меньше. Чик. Ну-ка ся. На очень малом токе также отключается. Ну вот так. Нормалек? Нормалек. Сейчас мы отключим свет. Тухнем здесь. И тухнем здесь. И смотрим, как оно освещает. А, еще мониторчик у меня вот здесь вот. Так, ну как-то так. Сейчас я выключу монитор. Потухли. И сейчас потухнет еще один свет. Потухли. И смотрим, как оно освещает при 14 миллиамперах. Нормальненько. И так может светить очень долго.
Ну-ка, ся. А чего же оно так вымывает? Ну, давайте мы сейчас заменим. Немножко включим, а то я не вижу в потемках. Вставлю. Также блымает. Также блымает. А без камеры нормальная. Без камеры нормальный свет. Ну, как-то так. И на этом мы закончим. Ссылочку на фонарики я оставлю в описании. Точнее, не ссылочку на фонарики, а ссылочку на видео. А в ссылочке на видео будет ссылочка на вот эти вот фонарики. На сегодня все. Всем, кто на канале, спасибо. Ставим пальцы. Обязательно подпишитесь, если вы не из России. Всем спасибо за донаты. Спасибо за поддержку канала. И всем пока.